Друзья, всем привет! Как вы знаете, все мы любим вкусно поесть, и в мире создано множество электронных кухонных приборов, которые помогают нам в приготовлении нашей еды, и сегодня я хочу рассказать вам об одном из таких. Это мультиварка от компании Redmond, модель называется RMC M800S, и сегодня ее стоимость на рынке, судя по Яндекс.Маркету, колеблется в районе 9000 рублей, и я вам скажу, это нифига не мало. Давайте посмотрим, что же тут есть в комплекте поставки. Во-первых, это 2 ложки, контейнер, провод питания, мерный стаканчик, фритюрница для того, чтобы готовить нашу картошечку фри, ну или еще что-нибудь вкусненькое. Ну и, конечно же, сама чаша. Вот она такая чаша. Ну и все, больше тут ничего нету. Как любая современная мультиварка, она имеет множество режимов и функций. Вы можете готовить себе жареную еду, вы можете готовить себе тушеную еду, вы можете готовить себе пареную еду. И помимо обычных блюд из овощей и мяса, вы можете делать себе йогурт или выпечку. Ну, в общем-то, получается, это прямо вот какое-то мультифункциональное устройство. Если вдруг вам не хватает режимов, которые уже заложил производитель в эту мультиварку, вы можете воспользоваться функцией мультиповар и настроить ее именно так, как нужно вам. Помимо этого, она имеет функцию подогрева, но делать она это может не более чем на протяжении 24 часов. Друзья, я не буду углубленно рассказывать про эти режимы, потому что, как вы можете видеть, на лицевой панели всего лишь 9 кнопок, пользоваться ей очень легко, без какой-либо инструкции разберется даже ребенок, поэтому мы не будем заострять на этом внимание. Внешний вид данной мультиварки выглядит неплохо и достаточно богато, но это и не удивительно, ведь считается она не дешевым устройством. Поверхность у нее не маркая, но если вы хотите, чтобы она всегда выглядела в идеале, ее постоянно нужно будет протирать тряпочкой. Самое главное, что меня в ней привлекло, это возможность управлять ею с помощью смартфона. Но на деле все звучит хорошо, а в реале есть свои минусы, о которых я сейчас расскажу. Итак, управлять ее можно с устройств iOS и Android, и для этого нужно установить специальное приложение. Но делать это вы можете на расстоянии не более 15 метров. Если вы хотите управлять ею с любой точки мира, то вам потребуется следующее. Во-первых, вам нужно устройство, это может быть планшет, либо смартфон, и уже только на базе Android, который будет находиться у вас дома. То есть вы ушли, с помощью вашего смартфона вы подключаетесь к этому устройству, а это устройство уже передает сигнал на вашу мультиварку. То есть такая длинная цепь получается. Я бы не сказал, что производитель нас обманул. Нет, действительно, мы можем же управлять мультиваркой дистанционно, но никто нам не говорит, что, во-первых, нам нужно купить дополнительное устройство, что это устройство должно быть только на базе Android. Ну, знаете, вот эти вот подводные камни, которых всегда все умалчивают. Честно сказать, неприятно, осадочек остается. Друзья, сейчас я хочу приготовить себе плов с морепродуктами. Кстати, забыл сказать, что в комплекте еще идет макулатура, там всякие бумажки, инструкция. И еще вместе с этим идет книжечка, которая называется «120 рецептов от Redmond». И я вот выбрал себе плов с морепродуктами. Но, как вы можете заметить, в моем холодильнике продуктов нифига нету. У меня тут есть только кока-кола, киндер пингви, шоколадка Мерси и вода. Поэтому сейчас нужно сходить в магазин. Друзья, вот и я сходил в магазин, и что же я там приобрел для плова? Ну, во-первых, это, конечно же, рис. Взял масло, ну, так написано в рецепте, морепродукты, купил креветки и мидии, приправа для плова, соль и овощи. Это моркошка, лук и чеснок. Сейчас я все это помою, приготовлю для того, чтобы уже можно было закладывать и ждать, когда же это все приготовится. Но перед этим еще скажу интересный момент. В инструкции написано о том, что если вы хотите избавиться от запаха нового продукта, вы знаете, когда мы вещь покупаем, они всегда вот как-то там техника, что угодно, пахнут новьем. Если вы хотите, чтобы такого не было, то вы можете налить воды, включить вашу мультиварку в режим пароварки, добавить туда лимон, и некоторое время, чтобы она так поработала, и таким образом все запахи улетучатся. Лично я ограничусь тем, что я просто ее помою. О, лук, это что-то невероятное, я весь в слезах. Купил мультиварку и плачу от счастья. Итак, я все сделал, что требует от меня рецепт. Первым делом мы закладываем в мультиварку наши овощи.
Потом нужно выложить морепродукты. Выкладываем. Добавить специи. Берем их, перемешиваем. Все перемешали. Добавляем рис. И заливаем все это водой. После того, как вы залили воду, мы закрываем ее. Включаем меню. Выбираем функцию режим плов. Нажимаем таймер отсрочка. Включаем 40 минут. То есть таймер. И нажимаем на кнопку старт. И все. Мультиварка начала готовить. 40 минут я должен отдыхать. Ну а пока моя мультиварка готовит плов, вот можете видеть, дымок пошел. Чтобы нам не было так грустно, я хочу рассказать вам несколько фактов о еде, раз уж у нас сегодня такая тема. И перед первым фактом я хочу задать вам вопрос. Ответьте на него в комментариях. Как вы думаете, сколько компания McDonald's продает гамбургеров в секунду? Да, вот прямо сейчас можете поставить на паузу и ответить в комментариях. Внимание, ответ. Компания McDonald's продает 75 гамбургеров в секунду. 75, Карл. Это просто невероятно. В секунду. И в год у них получается продавать 2,5 миллиарда гамбургеров. Это всего лишь одна позиция, которую они торгуют. Сколько они продают еды, это просто невероятно, мне кажется. Факт номер два. Он касается компании Starbucks. Starbucks разработала, ну, за время своего существования, 87 тысяч комбинаций напитков. 87 тысяч. Просто пипец. А третий факт касается больше просто качества еды. Курица содержит на 266% жира больше и на 33% белка меньше, чем каких-то 40 лет назад. Я думаю, это связано с тем, что их пичкают какими-то гормонами, антибиотиками, они быстро растут, качество их падает. И я думаю, это касается не только курицы, а многих других продуктов. Так что сейчас, конечно, продуктами небольшая беда, качественной еды становится меньше, но зато еды полно. Все, наконец-то она все сделала, так что я сейчас накладываю и пробую. Так, окей, смотрим, что получилось. Неплохо, вкусненько. Немножко, конечно, не хватает соли, потому что я забыл ее положить. Ну ничего, поскольку морепродукты соленые, еще я положил приправу, сносно, достаточно сносно. Что касается мультиварок вообще в целом, на мой взгляд, это очень полезная штука, особенно в условиях кризиса, в котором находится наша страна уже достаточно продолжительное время, вы можете на ней экономить, потому что, наверное, все мы постоянно заказываем еду домой, там всякие роллы, суши, нет-нет, ходим на бизнес-ланчи, ходим в кафе, просто заказываем еду по меню, и если так посчитать, то это все выходит в достаточно большую копеечку, и очень часто мы могли бы не пойти туда, а поесть дома, но как бы лень. Мультиварка немножко спасает, потому что самому готовить не надо, лишь только нарезал, положил, она сама все сделала. И таким образом, если вы можете держать себя в дисциплине, то эти вложения, которые вы на нее потратите, они, в принципе, со временем отобьются, и вы будете в дальнейшем экономить часть средств, которые нам сейчас очень сильно нужны. Друзья, ну а на сегодня это все. С вами был Ярик. Подписывайтесь на канал, ставьте ваши лайки. Будьте здоровы, до скорых встреч. Пока!